Итак, мы знаем, что вход в проект стоит 500 рублей. Для тех, кто еще не ознакомился с проектом, с маркетингом, под этим видеороликом будет ссылка на PDF-презентацию, где вы можете прочитать и ознакомиться с маркетингом. Или пишите тому человеку, который дал вам это видео. Итак, первый способ, который я всем предлагаю, это зайти с золотым треугольником. Это ваш основной аккаунт, к примеру, да, под себя ставите еще два своих аккаунта. Все, это дополнительные два ваших аккаунта. В совокупности вы зашли на три аккаунта. И зашли, например, не на 500 рублей, да, в Iron 1, а зашли на 1500 в совокупности. Этот аккаунт 500, этот аккаунт 500 и этот аккаунт 500. Итого 1500. Что вам это дает? Ну, сами должны понимать, что либо вы зайдете на один аккаунт и получаете доход только с одного аккаунта, либо сразу с трех аккаунтов будете получать прибыль. Разница здесь уже ощутимая. То есть в дальнейшем я вам покажу, какую сумму вы в итоге получаете, если вы зайдете на один аккаунт, либо зайдете вы на три аккаунта. Также можно зайти на 7 аккаунтов. Один это ваш основной, и 3 слева, 3 справа, и в совокупности у вас будет 7 аккаунтов. Вы уже будете получать прибыль с 7 аккаунтов, но вы должны понимать, что если вы заходите с 7 аккаунтами, то ваша первая линия, она должна быть очень широкой, чтобы закрыть все вот эти нижестоящие аккаунты. Итак, давайте посчитаем, какую прибыль мы будем получать. Либо мы зайдем одним аккаунтом, либо мы зайдем тремя аккаунтами, либо мы зайдем семью аккаунтами. Итак, есть такая таблица, где рассчитан доход. Здесь спонсорское вознаграждение у нас идет. И смотрите, здесь спонсорское вознаграждение рассчитано, если вы пригласите одного личника. То есть смотрите, от одного личника вы можете при закрытии всех этих матриц заработать 3875. Общий доход составит, например, 26850. Давайте посчитаем, если вот эту сумму мы приплюсуем к этой сумме, и в совокупности эта сумма у нас выходит 30725. Это в том случае, если мы зайдем одним аккаунтом. Если мы зайдем золотым треугольником, все это увеличивается в 3 раза. Здесь уже доход общий будет не 26850, а 80550. Плюс спонсорское вознаграждение составит уже в совокупности с нашими аккаунтами, плюс еще дополнительно наш один лично приглашенный, это уже составит 11625. В совокупности сумма выходит у нас 92175. Есть разница, либо мы зашли одним аккаунтом и заработали 30725, либо мы заработали с трех аккаунтов 92175. Разница есть. Следующее, если мы зайдем с 7 аккаунтами, то здесь ваш доход уже будет составлять 187950 плюс вознаграждение спонсорское 27125. Итого в совокупности вы зарабатываете 215075. Доход уже ощутим. Также я пропустил, а здесь еще один момент. В проекте предусмотрены бонусные матрицы, где также вы дополнительно занимаете эти места, и эти места вам дают дополнительные клоны. Изучив маркетинг, вам нужно посмотреть и увидеть, что бонусные матрицы нужно покупать обязательно. Потому что это дополнительные клоны, а клоны, вы знаете, они зарабатывают как ваши основные аккаунты. Плюс доход самой матрицы. Я уверен, что большинство ваших партнеров будут заходить именно так.